Дело бывшего главного гаишника Кировской области начали рассматривать в суде Набережных Челнов. По версии следствия, на КАМАЗах преступная группа наварилась на сотни миллионов рублей. Одного из главных фигурантов, Александра Плотникова, обвиняют сразу по нескольким статьям. Среди них организация преступного сообщества, превышение должностных полномочий, уклонение от уплаты налогов и мошенничество. Кроме бывшего начальника ГИБДД Кировской области, среди фигурантов числятся двое его подчиненных. По версии прокуроров, мужчины занимались перепродажей КАМАЗов. Практически за бесценок покупали неликвидные машины по экологическим параметрам, а затем меняли в паспортах экологический класс с запрещенного второго на разрешенный четвертый. По версии следствия, схема с корректировкой документов работала 3-4 года. За это время мошенникам удалось перепродать почти 300 грузовиков и обмануть своих клиентов на 837 миллионов рублей. Пока в Набережных Челнах прошло два судебных заседания по этому делу. На первом адвокаты Плотникова просили перевести судебный процесс в Киров. На втором заседании допросили потерпевших по делу. Мы будем следить за развитием событий.